Привет. Здравствуйте. Уйти пока? Нет. Вот, хожу все по гостям. Кто смотрит мой блог, знает Алию. А Валеру еще не знают. Валера. Это Валера. Посмотрите, какую красоту Алия сотворила. Вино наше грузинское. Не совсем наше. Больше сказать, ихнее. Ихнее. То есть они уже не наши, да? Давно уже. Даже уже врагами побывали. Вот. Вот так. Хлеб украинский. Вообще вражий стол, блин. Грузинское вино, хлеб украинский. Собачка у них есть. А как собачку-то зовут хоть? Турбин. Турбин. Турбо. Турбо-дизель. Турбо-дизель. Он у нас как рога сгрыз уже. Угу, молодец. Сегодня жилетку выбрала. У него раз, опять второй бахнул клещевого, опять заболел. Бедный ты, все болеешь, да, как маленький ребенок. Очень даже. Кальяр, скажи, что это у тебя такое красота. Такое блюдо, картошка с курицей, запеченная в духовке. Да, разве то похудеешь, да? Да. Никогда не похудеешь. Мы будем худеть потом. Когда-нибудь, да. Соленые огурчики. Ну, я думаю, вдруг картошка не будет. Салат под шубой вот это. А вот это вот как оливье называется, да? Ну, да. Оливье. Оливье. Ох, сейчас как мы покушаем. Лешу вот позвала бы. Я говорю, мы с Валерой разговаривали, Леша бы в Калашникова сходить. Там же, да. Там же тир есть. Он бы там пострелял. Ну вот зови его. Потом бы своим он показал. Он бы. Смотрит каждое мое видео. А, давай. А, Леш, давай-ка приезжай, мы пойдем с тобой в этот, в тир, в Калашников, будем из автомата стрелять. Да. Где ты еще? Где ты еще такого увидишь-то? Снайперские винтовки есть. Да, и снайперские. Ну-ка, давай, Валера, приглашай Лешу. Да, так нет, пусть приезжает, какие, что там сидит-то в Москве? Да. Пусть сюда приезжает. Здесь интереснее. Конечно, гораздо интереснее. И потом своим рассказывал бы испанцам, как он из автомата пострелял. Да, мы бы засняли и как... И все бы посмотрели. Как он там всех мочит, блин. Пусть все боятся. Видишь, да. Как Леша тебя все ждут. Давай, Леша. Я думала, он приедет, я даже у меня сомнений не было. Да. Валера, программу давайте, Чикирилл. У нас тут горно-лыжный курорт есть. Чикирилл, давайте съездим. Нечкино съездим. Да, у нас же есть тут. Мы бы с тобой на тюбинках бы покатались. Да, там да. Такие красочные тюбинки. Так что, Леша, давай всю свою фантазию давай, чтобы приехал. Чебуреков нажарим. По секундчикам, да. Готовим лунтик, у нас тут весело. Кто? Торт. Сынок пришел с тортиком. Тортик принес. С тетей Таней повидаться. Какая племянник с тетей. И не хочет сниматься. Сразу остановился там, говорит, не надо меня снимать. Алия, расскажи, как ты сама такое чудо это сделала? Это творожное суфле. Торт суфле. Творог, сметана, персики консервированные и желатин, сахар, яйцо взбивал. Что консервированное? Просто персики? Персики, да, у нас тут только консервированные. Персики. Растут такая елка. Да, у нас тут все большинство консервированное. Сейчас пойдем пробовать. Ну-ка, где у тебя мышка-то? А где у него мышка? Так, скажи ему. Дай. Дай мышку. Дай. Где? Ищи. Дай мышку, дай. Турбин, ищи. Где? Мышка. Не, мне Тане дай. Тане. Дай мышку. Сюда дай. Ну-ка, где? Где мышка? Турбин еще так зовут. Потому что он шустрый такой. Так, собачки меня любят. К Ирине пришла в гости. Потом Ирина говорит, так смотри, говорит, собака-то моя от тебя и не отходит. Лабрадор у нее такой толстый вообще. Как теленок. Как теленок. Что-то я не сообразила его там снять. Так я еще хочу к ним в гости прийти. Ну дай мне, дай. Ну-ка дай мордочкой под это. Ну-ка дай мордочкой.
Тут внимание не обращай, когда не обращаешь внимания, он будет подталкивать, Просить, чтобы с ним играли. Это держит еще зубами крепко. Не вижу все люди. Новая тема идет. Замерись, снимаешь. А все. Через Завьялову, говорит, шли. Да, мама уже как тут, как тут. Раздевайтесь. Ты что, это у тебя летний тут? Это мама тут такая стоит. Просто подкладочек положила. Раздевайтесь, пойду разогревать. Че, вы через Сарапул точно ехали? Лучше придите через Завьялову, через Сарапул. Я же не слышала. Тут такая собачка хорошенькая есть. Отсюда. Такая красота, не видно, наверное. Такая елочка там. Красивая. Уже елочку поставили, такую красивую. Вот такой у нас ночной Ижевск. Так, мы хорошо посидели, по три раза поели. Снимай. Это ты три раза, мы тут два раза. Ну и ладно. Где еще так поедим? Где, говорю, еще так поедим? Как Новый год будто справили. Ну мы сейчас куда переходим? Пожалуй, идем. Все? А что хочешь? Все, чай. Что подумал? Это там?